Там 70 тысяч плюс, здесь минус 2 тысячи. Что это такое? Что происходит, а? Всем здоровщики, народ, с вами Хася. И как вы понимаете, я не открываю контейнеры. Конечно, сегодня мы будем открывать контейнеры попозже, поэтому всех жду на ролике. Но сегодня мы поговорим об экономике, потому что мы нашли танки, которые реально фармят. Эти танки приносят бабло, и это не премиум танки и не прокачиваемые, это коллекционные танки. Я на самом деле вчера на стриме немножко офигел. Сегодня я покажу вам эти танки и покажу, сколько они нафармили. Погнали. А спонсор этого ролика — наши друзья из 1x, которые дают высокие коэффициенты на матчи, регистрацию в один клик без паспорта, пополнение без комиссий и вывод без потерь на большинство платежных систем. Братан, если ты новичок, лови промокод, который даст тебе до 32 500 рублей на первый депозит. Ссылочка в закрепленном комментарии. Вчера на стриме мне посоветовали поиграть на коллекционных танках. Мол, они фармят больше. Я поиграл, и я просто ошалел. Там они приносят либо столько же, сколько и премиум танки. Седьмые коллекционки. Либо десятые коллекционные, которые фармят больше, чем премиум десятки. И намного больше, чем прокачиваемые десятки. Это просто какая-то жесть. Либо это косяк, либо это такой хитрый план варгейминга. Чтобы люди что, покупали коллекционки, но это бред. Сегодня я вам покажу вырезки со стримов, чтобы, ну, не катать уже бои по новой, потому что, ну, какой смысл в этом? Присаживаемся поудобнее, прожимаем лайк, вы знаете, ваши лайки мне помогают, и я очень, очень рад, что вы меня поддерживаете, вы реально красавчики. И перед началом я хочу высказать просто свое мнение по поводу этого обновления. Я считаю, что Wargaming сделал какую-то хрень. Зачем было трогать то, что работает годами? 7 лет в лесу, 7 лет работает эта механика. У нас фарм идет, все уже привыкли. Зачем это трогать, непонятно. И дело в том, что около 80%, мы вчера на стриме делали опрос, 81% людей недоволен обновлением, у них бомбит жопа и так далее. Нахрена это делать, непонятно. Обнадеживают только то, что в официальном дискорде Wargaming сказал, что они прислушиваются к игрокам, смотрят за ситуацией. Я просто очень сильно сомневаюсь, что Wargaming возьмет и откатит все это. Ну, это не в стиле Wargaming. Они могут это через время сделать, через год, но не сразу. Возможно, они, конечно, поднимут фарм вручную и возьмут просто там, бац, 15% на все танки, на, лови. Но у этих коллекционок, которые вот сейчас я вам покажу, 100% что-то сделают, потому что это ненормально. Все, присаживайтесь поудобнее, лайк, подписочку, комментарий и погнали. Куда ты собирался ляпнуть, сопляк? Слушайте, ну это поприятнее, чем S7. То есть тут такого рандомайзера, так смотрю, нет. О, концепт Б! Концепт 1Б, пацаны! Это же главная награда на Новый год будет. Какая приятная пушка здесь, ёпперсте. Ну, не деструкторная. Бля. Смотрите, какая наркомания, а. Ну-ка, давайте сейчас пощупаем концепта. Ну, я уже что-то разошелся немножко. Ну, танк выглядит, конечно, мощно. 395. Неимбовенько. Блядь. Хотя НЛД здоровый, капец. Я же на него когда-то 4 косаря слил. 5400? И это вторая степень. Чего, блин? Но фармил я, кстати, неплохо. А, ну я... Не, я нафармил неплохо, на самом деле. Ну-ка, подождите-ка, дайте-ка закреплю момент. Он что, реально фармит? Он же этот, коллекционный. Ну, это странно. Подождите-ка, надо проверить коллекционочки. Что-то здесь накрутили интересное. Не понял, блин. А что это за фигня? Это я... Подождите-ка. Я 26 тысяч потратил. Стоп, давайте-ка еще разок катнем, я не понял. Они, походу, не трогали коллекционки особо. Но если мы сделаем 3К, будет, конечно, будет получше, конечно. Ой, блядь. Ой, блядь. 3500 есть уже, пацаны. Сейчас будет фарм. Фиксируем прибыль, ребята. Ну, 4К, конечно, но все равно. Пиздец. Семерка фармит лучше, чем восьмерки сейчас. Семерка коллекционная. Так, у меня 4 фрага, 3500 где-то урона. Давайте, приготовились.
Соточка есть? А, мне же, блядь, мне сейчас дадут за эту шляпу, за воина же накинут. Так, мне накинули за воина. Сколько там накидывают за воина на восьмом уровне? Я не помню уже, ёб твою мать. 30 тысяч. То есть, если забрать 30 тысяч, которые мне дали за воина, получается 80. Слушайте, ребят, у кого есть лев? 80 тысяч кредитов за 3500 урона, это нормально или нет? Не попадешь, 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 не попадешь. Мансю, мансю, как могу. Послезавтра должна быть Черная пятница. Слушайте, короче, они что-то сделали. Они что-то сделали, я отвечаю. Здесь что-то с коллекционками нечисто. Я тебе до утра буду сидеть здесь, походу. Но все равно, 32 тысячи при поражении, это дичь. На ИСе седьмом там в минус можно уйти. При этом же уроне. Понял. Но мне надо хотя бы 2000 сделать. Хотя бы 2000, чтобы посмотреть на, вот, на фарм. Бля, бочка едет просто. Так, фиксируем прибыль, ребята. Сейчас будет плюс 80 тысяч. Чекайте. Ну ладно, 80 не будет, но... Ну он, блядь, ну они фармят как премиум 8 уровня, ну серьезно. За 2600 лев не принесет столько денег. Ну может принесет, но плюс-минус столько же. Так это 8 уровень. Премиум танк, это не премиум танк, это коллекционный. Мне дадут объект 260 или нет, блядь? Дайте мне объект 260. Ой, ёб твою мать. Ой, это было неприятно уже. А где мой братишка на СТ, я не могу понять. ВЗшка, ты как бы, да, стреляй, не стесняйся. У нас сейчас снаряды как бы бесплатные почти. Блять, надо было в ягу кидать. Итак, коллекционочка, 10 уровень. 86 косарей. 80, без бустеров, понимаете? 86 тысяч. Я не понимаю ничего. Да не, все равно коллекционки фармят больше, чем обычные танки. Прям прилично больше. Это не то, что за 5000 урона. Подожди, давай я сейчас просто найду ради интереса какой-нибудь бой на 5000 у меня был. По-моему, на ИС-7 у меня было на 5000. 4, блять, 4900. Минус 14 тысяч на ИС-7. Смотрим, я пару раз выстрелил, ну ладно. Если убрать голду, ну то, что я голдой стрелял, было бы минус 2000. Минус 2000 вот за этот бой. Как это, блядь? Там 70 тысяч плюс, здесь минус 2000? Так что это такое? Что происходит, а?